Всем большой привет! Хочу показать свой заказ в компании Faberlic по первому каталогу. Заказ был небольшой, но кое-что было интересное. Те, у кого есть дети, возможно, вам это тоже будет интересно. Было предложение на странице, где представлена была линейка «Яблочный штрудель», которую я, если честно, не заметила. Тут предлагалось твердое мыло в подарок за 1 рубль. Я очень удивилась, когда увидела мыло в заказе. На самом деле я это просмотрела. Сестренка у меня заказала 2 геля для душа. Ей очень понравился этот аромат. И она сказала, что хочу, чтобы был один в ванной, другой в запасе. Ну вот обрадуется, когда я ей покажу, что вместе с этими гелями пришли и 2 мыла. Гели шли без скидки по 99 рублей. Я предлагала сестренке подождать немножко. Говорю, подожди, скоро будет скидка, они будут по 79. Она говорит, ну давай, хочется сейчас. Но, к счастью, были 2 кусочка мыла, которые выровняли цену в заказе. Так что будет сегодня радоваться. Не первый раз именно моя сестренка заказывает вот такой дезодорант Faberlic. Ей нравятся вот эти дезодоранты. Хватает, ровно говорит, на месяц, ну, чуть меньше, по 3 недели. Каталог действует 3 недели, она говорит, мне обычно на действие одного каталога хватает. Но иногда она покупает, конечно, в магазине, этот не всегда справляется. Ну вот, когда видит, листает каталог и видит эти дезодоранты, снова берет. Хотя говорит, что не такие уж они и справляющиеся. Заказала тоже сестра, она маникюрист у меня. Вот такие наклейки от Faberlic. Они стоили 99 рублей по каталогу. Минус скидка еще есть у представителя. Я всем своим подругам, сестренке, родственникам, всем по себестоимости все продаю. Я не распространяю косметику Faberlic. Она взяла вот такие наклейки, но расстроились, когда увидели в новом, во втором каталоге замечательное предложение, которое касалось именно таких наклеек. Если я сейчас быстро смогу это найти, я вам покажу. Они стоили совсем, будут стоить совсем-совсем бюджетно, если на какую-то сумму набираете товар. По-моему, рублей на 300. Но в любом случае такую сумму мы набираем. 300 рублей не деньги. Так, вот мелькнули. Так, ну вот, хотела быстро. Быстро у меня не получилось. Мелькнула и потеряла. По-моему, по 49 рублей. Прям сбежали от меня эти наклеечки. Вот, нашла. Да, по 49 рублей. Простите, пожалуйста, что задержалась. Если на 300 рублей 299 набираете, то любые наклейки по 49, еще скидка представителя. То есть вот это вот, кто интересуется наклейками, замечательное предложение. Единственные наклейки появляются новые, в новой серии. Вот такие лаки будут интересные. И появляются вот такие вот наклейки, тут даже есть с кисками. С кексиками. Вот бабочки, кстати, почти повторяются, чуть-чуть другие, но похоже, вот такие дизайны интересные будут появляться. Они уже будут снова по 99 рублей идти. Вот. А получается, старые дизайны все, вот, трафареты появляются. А старый дизайн идет как бы распродажа. Еще одна подруга у меня заказала зубную нить, не знаю, какое качество. Первый раз у меня вообще берут зубную нить. В ней 25 метров. И она идет в серии Экстра Фарма. Ну, обычно зубные нити хорошие. Вряд ли они уж прям так в работе будут рваться или еще что-то происходить. У меня было 2 купона на 50% скидки. Мне всех нужнее было это пудры. И я решила потратить оба купона именно на пудру. Первую пудру я взяла в оттенке, ну, в общем, номер 6241.
Эта пудра называется увлажняющая пудра для лица Триумф, а оттенок натуральный бежевый. Открывается пудра легко, вот здесь название, с боков нажимаете по краешку, и вот так выглядит пудра. У меня точно такая же только что закончилась. Вот так она выглядит. Вот так она переносится. Очень она мне подходит. Прямо очень нравилась. Много-много очень. Не замыливалась до самого конца. Вот прямо полностью истратила. Кто смотрел мои пустые баночки, знаю, девчонки, что действительно понравилось. Единственное, что здесь не очень удобно, это зеркало внутри. Ну и тут уже лежит пуховочка. Пуховкой такой я пользовалась до самого конца. Единственное, вот оторвалась уже вот эта вот даже гладкая, ну как тряпочная бумажка, атласная, наверное, да. Я ее вот здесь сохраняю, чтобы во второе отделение не лазить. Пуховка мне нравится, я ей работала. Давайте ее оставлю открытой, потому что она мне сейчас понадобится. Вторую пудру, которую я взяла, это была пудра для лица «Звездный выход» в оттенке 63-14. Я хотела следующий оттенок, 15 он или 16 идет в номере, тоже средний. Но не было по баллам такого оттенка, была либо светлая, либо темная. Я взяла светлую, кстати, в упаковке внутри там написана вся инструкция, можно порвать и прочитать. И вот так выглядит из пластика упаковка. Смотрится, конечно, симпатично. Не всем девочкам нравится то, что это дешевый пластик, но оформление неплохое. Цена достаточно дорогая для этой пудры. У нее полная цена дорогая. Так, первое отделение идет. Уже удобно с зеркалом. Вот так выглядит сама пудра. Для меня она светловатой показалась, но я на себе ее еще не использовала. Хорошо отдает. Даже, мне кажется, чрезмерно хорошо отдает продукт. Быстро прямо смыливается. Либо, лишь бы не перебарщивать ей, потому что уж больно легко она набирается. Надеюсь, на лице ее будет незаметно, вот как на руке. То хорошо она смотрится, мне нравится. А по цвету, вот давайте с этой сравним. Не знаю, камера будет передавать или нет, но вот эта вот, она какая-то более живая, а эта уходящая такая в серую. Ну, посмотрим, как будет это все на лице смотреться. Пока я в любом случае довольна заказом, потому что мне пудры были нужны, и теперь они у меня есть. И последнее, что я покажу, я взяла ребенку футболки. Ну, это мы называем футболки. Они идут как трикотажные фуфайки с коротким рукавом для мальчика. Я взяла в двух цветах. Цвет охры и цвет хаки. Размер я взяла 152. Выглядят они в упаковке вот так. Сейчас я покажу. Открыла я цвета хаки. Очень интересный принт. Так, давайте уберем туда. Идет тигр и зеркалит отражение. Видите, как бы тигр в сторону. Вот. И вот так вот интересно уходит в сторону. Рост 152. Я уже не первый раз беру ребенку такую. У них были футболки с машинками на желтом фоне. Такие голубые машинки. Они были чуть пошире. Вот в талии. Это чуть-чуть поуже, как бы чуть-чуть зауженная. Ну, стандартная такая футболка. Вот, вот такая симпатичная. В целом футболки понравились, на ребенке померили. Смотрится неплохо. Будет носить с огромным удовольствием. Вот этот принт, мне кажется, симпатичный. Я боялась, чтобы кружевами не выглядела вот эта вот окантовка, краешек. Но нет, смотрится на ребенке хорошо. Действительно такой мальчишечий. Вот. Ну и мальчишке понравилось. Говорит, хорошее, буду носить с радостью. Вот такой получился заказ. Небольшой, но нужный. Мне очень нужны были пудры. Ребенку нужны были футболки. Ну и вот кое-что заказала сестренка. И получился заказ.
Все, спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто был со мной. Всем пока и до новых встреч!